Такие подарки Новороссийску и его жителям акционерное общество «Каспийский трубопроводный консорциум» делает уже не первый раз. За почти 20-летний период сотрудничества города и компании КТК инвестировал в Новороссийск более 900 миллионов рублей. Политика компании строится на понимании того, что наш коллектив здесь работает. И, естественно, наш работник, приходя домой, он должен быть уверен, что его семья будет хорошо медициной обслужена, что его семья, его дети пойдут в хорошую школу, в хороший садик. Вы знаете, что один из лучших садиков Новороссийска, он был построен тоже в КТК, и он до сих пор остается одним из лучших садиков. Поэтому, понимая все это, мы у себя в политике компании все это прописали и все это следуем, из года в год это все притворяем в жизнь. Помощь от Каспийского трубопроводного консорциума как социально ответственной компании направляется во все сферы жизнедеятельности Новороссийска, будь то здравоохранение, образование или муниципальная инфраструктура. В начале 2017-го между руководством муниципалитета и КТК было подписано очередное соглашение о сотрудничестве на 5 лет, в рамках которого, помимо подаренных автобусов, до конца этого года в городе еще появится новый лукодром, теннисный центр, будет достроен Дом культуры «Кубань» и введена в эксплуатацию долгожданная вторая поликлиника. Я уверен, что это будет длиться не 5, а 10, 15, 20 лет, 30 лет. И каждый год компания, она все равно будет предлагать, и спасибо им большое за это. Низкопольные, с тонированными стеклами и кондиционером. Эти автобусы теперь будут служить на благо жителей города. Новый транспорт уже определен на один из самых востребованных маршрутов – Южная Кутузовская. И управлять ими доверили лучшим водителям Новороссийска. Самое удобное, комфортное – это коробка-автомат, это независимая передняя подвеска и кондиционер. Олеся Говорова, Андрей Супрунов, «Новая Россия».